Канал 12-22. Это канал открытости. Сам Рау Руху называл дизайн канала 22 дизайном социальной открытости. Этот канал соединяет эмоциональный и горловой центр через 12-е ворота и 22-е ворота. 22-е, как я уже и говорил, это одни из самых важных ворот эмоционального центра, совершенно особенным колоритом. Они имеют прямую связь с высшим сознанием, если хотите. Это участок генома, который позволяет нам связаться с Создателем через эмоциональную волну и транслировать ее в виде вербального творчества, поэзии, пения, ораторского мастерства и так далее. За это отвечают 12-е ворота в горловом центре, за вербальное выражение этих эмоций. В целом, канал 12-22 – это канал правильного состояния, которое говорит: «Я готов сказать миру что-то очень важное, но только тогда, когда я открыт и когда у меня есть у самого правильное настроение». И формирование вот этого настроения, а если быть точным, состояние открытости миру – это главная задача канала 12-22. Мы видим, как существует сильный электромагнитный потенциал между 12 и 22 воротами. 22 всегда готовы открыться, а 12 всегда ограничивают и удерживают их. Пока эмоциональная сила и волна не созреют, 12-е не выпустят эту информацию наружу и будут оставаться закрытыми. Но как только волна сформируется, как только сила и напряжение в эмоциональном центре достигнут своего максимума, 12-е откроются. 12-е больше будут не в силах сдерживать этот напор. И он выйдет вовне в виде слов, стихов, музыки, пения, заразит этим настроением всех вокруг. 12-22 вообще очень притягательный канал, когда эти слова, о которых он говорит, сказаны искренне, из истинных чувств. Это в чистом виде манифесторская энергия, которая меняет парадигму всего общества в целом, позволяя ему не просто понять информацию, но прочувствовать ее. Скажу по собственному опыту, как человек с 22-ми воротами в солнце. Меня часто воспринимают как фрика или эмоционально странного человека. Но это происходит лишь тогда, когда я открываю рот раньше времени, пока это еще не созрело. Но если сказанное мной выходит в тот момент, когда оно созрело, а главное из сердца, то люди плачут, возбуждаются, меняют свое мнение, говорят, что я попал им в самую душу, как будто знал их много лет. Я делаю это не специально. Так работает канал 12-22 и 22 ворота. Поток энергии канала 12-22 берет свое начало в 22-м генном ключе, в эмоциональном центре, ведь он является очень мощным мотором. Так что давайте посмотрим на 22-й генный ключ немножко поближе. 22-е ворота рассказывают нам о способности открыться божественной благодати, то есть выстраивать доверительные отношения с Богом. Но частичка Бога живет в каждом из нас. А значит, доверительные отношения с Богом обозначают попросту способность и необходимость доверять себе, быть честным с собой. Это не так уж и просто, так как лежит не в области обычной животной интуиции, но в большей степени это связано с глубокой эмоциональной осознанностью и доверием миру в целом. 22-е ворота рассказывают нам про нашу способность быть открытым к другим людям прежде всего, к их радостям, страданиям, чувствам, мыслям, поведению, поступкам. Способность услышать, понять, принять другого человека ведет ни много ни мало к состраданию, а закрытость и неприятие к осуждению и жесткости. 22-е говорят нам о фундаментальной идее, об открытости Творцу, о доверии божественному провидению. Все так, как должно быть. Вы часто слышали эту фразу. Даже если все очень плохо в вашей жизни, даже если все очень плохо с вашей точки зрения, вы все равно должны принимать это с благодарностью, потому что только через благодарность, познание и преодоление боли мы приходим к истинному развитию. Ну, согласитесь, ребенок упадет 1000 раз, прежде чем научится ходить. Так и вы должны ошибиться 100 раз, прежде чем обретете истинную компетентность. И с этой точки зрения 22-е говорят: «Я в очередной раз облажался, но в этом и есть истинный кайф». Упоение собственными ошибками – это достаточно странная картина, граничащая с бесчестием и червоточиной. Но это обязательный этап постижения. Позволив себе ошибиться и упасть, вы вдруг понимаете, что это могут делать и другие. Тут и рождается истинное сострадание. Так что же хочет канал 12-22 и чему он должен научиться в жизни? Во-первых, быть услышанным и понятым правильно. Мы требуем благодарности и внимания от других, но чтобы быть правильно услышанным, надо внимательно слушать собеседника, а уж потом высказываться. Это гарантирует вам, что диалог будет содержательным и интересным. Во-вторых, 22-12 любит принимать подарки от других с благодарностью, но он должен делать подарки сам и абсолютно бескорыстно. 22-е ворота глубоко связаны с вибрациями Земли и поля Макаши, и все, что они делают, вернется к ним сторицей, и хорошее, и плохое. В-третьих, 22-12 должен молиться. Обращение к Богу должно быть искренним, открывая свои желания, какие бы они ни были, даже если они самые скверные и пагубные, вы показываете доверие Создателю, и Он всегда отблагодарит вас за это, а потом вы примете, не боясь. 22-й генный ключ очень боится тишины, поэтому он всегда стремится выразить свои чувства, и эти люди очень разговорчивые. Главное для них – это быть правильно понятыми. Не просто услышанными, но правильно услышанными. Однако это возможно опять-таки только тогда, когда они сами достаточно открыты и готовы слушать другого, беспристрастно и благодарно. Тотемом 22-го генного ключа или 22-х ворот является северный олень, который обязан сбросить старые рога, чтобы не запутаться в лесных ветках и пробраться через чащу в период миграции. Это прежде всего о том, что 22-е должны избавиться от заскорузлых взглядов и стереотипов и взглянуть на обстановку свежим взглядом. Да, часто закоренелые убеждения работают как защитный скафандр, создавая вроде как мнимое ощущение безопасности. А без рогов 12-22 может ощущать себя очень беззащитно. Однако именно чистая голова и отказ от старых нерабочих концепций для 12-22 – это залог развития.